В одном городе, в каком, этого я вам не скажу, все равно вы его нигде не найдете, были улицы с удивительными названиями. Например, была там одна улица Канареечная, а другая Миндальная. И еще была улица Клетчатая, и даже улица полевой мыши, кота и пса. Но тот случай, о котором я вам расскажу сейчас, произошел не на этих улицах, а на улице заколдованной розы. Да-да, именно на улице заколдованной розы. Итак, на улице заколдованной розы находился небольшой магазинчик. Если взглянуть на окно этого магазинчика, становилось ясно, магазинчик не простой, а музыкальный. В какой же другой витрине могли быть выставлены гитара, флейта и скрипка? Владельцами музыкального магазинчика были два сверчка. Одного звали пан Теофас, а другого пан Боло. Пан Теофас носил костюм табачного цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких-мелких цветочках. В общем, это были два очень милых и умных сверчка. На улице заколдованной розы наступило утро. Петух пропел восьмой час, и пан Теофаш проснулся. Кажется, уже утро. Да, сказал пан Боло и пошел открывать музыкальный магазинчик. Затем они напились кофе. И хотя они были сверчками, но кофе по утрам очень любили. И отправились в магазинчик продавать музыкальные инструменты. Между тем, на улице заколдованной розы началось движение. Громыхая, проезжали брички и телеги, мчались автобусы, кричали продавцы газет. Молочник вез молоко, пекарь разносил хлеб, а зеленщик — зелень. Петух собирался пропеть 9 часов, когда возле музыкального магазинчика появилась первая покупательница. Это была Муха, а с нею двое детей. Да, это мы. Поглядев на инструменты, выставленные в витрине, Муха заявила: «Нам сюда!» «Сюда!» И, протолкнув дверь своих детей, следом вошла и сама. Добрый день! Поздоровались с Мухой оба сверчка. Оба сверчка. И вопросительно на нее посмотрели.
Нужно прямо сказать, что муха была прескверно воспитана. Да-да-да. Не ответив даже на приветствие, она тут же объявила, что у нее необыкновенные дети. Да. Гениальные дети. Чудесные дети. Чудесные дети. Дети. Вот этого зовут Бобчо. Бобчо. А этого Бобо. Бобо. И нам нужен музыкальный инструмент приятного тона, чтобы он не издавал грубых и резких звуков. Не издавал звуков. Пан Боло, а ведь такой инструмент у нас как будто имеется. Да, и возможно, это скрипка. Да-да-да. Тут он достал с полки одну из скрипок и заиграл на ней. И так заиграл, что все заслушались. О, о скрипке я и думала. Приходите сегодня на концерт, который дадут мои гениальные дети. Гениальные дети. Дети. Сегодня в 3 часа. Ровно в 3 часа. С этими словами она выхватила из рук Бола скрипку и удалилась из магазина, сперва протолкнув в дверь сыновей. Пан Боло, так она думает, что на скрипке можно играть так сразу? Да, пан Теофас, это грубая ошибка. Да. Они будут жестоко наказаны. Да, да, да. Но жестоко наказаны были оба сверчка. Впрочем, об этом дальше. А сторож уже приклеивал на стенах домов большущую афишу. Хотите знать, что было на ней написано? Вот что. Бубчо и Бобо, чудесные дети, сегодня на скрипке концерт дают. Спешите, спешите, купите билеты. Вас ровно в 3 музыканты ждут. И что же вы думаете? К 3 часам собрались все любители музыки. И точно в 3 концерт начался. «Смелее, дорогой!» — сказала муха одному из сыновей. «Не бойся!» «А я и не боюсь!» «Не робей, дружок!» — ободрила она другого. «Помоги брату, не робей!» «А я и не робею!» Тут Боба схватил смычок за один конец. «Бубчо за другой!» «И дело пошло!» «Пошло!» Уж они пилили-пилили по струнам взад и вперед, взад и вперед. Ну, точь-в-точь, как это бывает, когда пилят дрова большой и острый пилот. «Ой!» — вскричал Теофас, издали услышав эти звуки и заткнув покрепче уши. «Это что-то невыносимое!» — прибавил Боло и сделал то же самое. А каково же было слушателям этого концерта? Они, конечно, тотчас же все разбежались. Рассерженная муха, схватив несчастную скрипку, смычок и обоих сыновей, помчалась в музыкальный магазинчик. На этот раз она так хлопнула дверью, что весь дом затрясся. «Разве это скрипка?» — крикнула она с порога. «На ней играть невозможно!» «Невозможно!» «Да, но простите, ведь нужно сначала учиться». «И немало учиться». «Учиться? Учиться?» «Моим необыкновенным детям этого не надо!» «Не надо!» «Лишь бы инструмент был подходящий!» «Да!» На этот раз пан Теофас предложил ей трубу. А пан Боло заиграл на ней так,
что можно было заслушаться. Именно это мне и нужно. Берем трубу. Берем трубу. Трубу. Она вылетела из музыкального магазинчика, и дети тоже. Тем временем наступила темнота. Но бедным сверчкам было не до нее. Они понимали, что от надоедливой мухи им нет спасения. Теофас лежал с головной болью, ой! А Бола делал ему холодные компрессы. Что же нам теперь делать, пан Бола? Не знаю, пан Теофас. Потом Теофас уснул, но Бола спать не мог. Ему казалось, что он со всех сторон окружен мухами. Их 2, 3, 4, 17, 25, 84, 90. Все они с трубами, и все трубят, и все сердиты. Бедный пан Боло до утра не смыкал глаз. А утром снова явилась муха. Нет, труба не годится. Не годится. Бобо и Бубчо не могут на ней играть. Не могут играть. Играть. И пришлось пану Болу 8 часов подряд выбирать одной единственной мухи один единственный инструмент. Нет, говорила муха, когда Боло предлагал ей флейту. И виолончель была ей не по вкусу. И гитара не нравилась. И рояль казался слишком громоздким. Да! Гремучая змея явилась из джунглей за трещотками. Рассердившись, она ушла ни с чем. Оба сверчка, и Боло, и Теофас, заняты были только мухой. Одной мухой и больше никем. Рассердилась и черепаха, которая хотела купить себе гребешок, чтобы играть на нем. И летучая мышь, которой нужна была маленькая свистулька, тоже ничего не получила. Ух, к вечеру муха наконец выбрала губную гармошку. Ну вот, этот инструмент подходит для моих гениальных детей, сказала она. Гениальных детей! Завтра в 3 часа приходите их слушать. Но ведь и на губной гармошке нужно выучиться. Да, нужно выучиться. Но муха взглянула на него так ядовито, что он прикусил язык. А сторож уже приклеивал на заборе большую афишу. Бубчо и Бобо, чудесные дети, дают концерт на губной гармошке. Спешите, спешите, купите билеты. Начало в 3, не минуты позже. Оба сверчка, и Теофас, и Боло, и этой ночью спать не ложились. Всю ночь они думали. Думали. А так как это были очень умные сверчки, то в конце концов они все же придумали, как им избавиться от надоедливой мухи и ее детей. Утром еще петух не успел прокукарекать и 5 часов, а Теофас и Боло, крадучись, вышли из музыкального магазинчика. Они повесили на двери большой замок и объявление. Музыкальный магазинчик закрыт навсегда. Мы уехали. А куда не скажем. И оба укатили на бричке в неизвестном направлении. На Теофасе был его любимый коричневый костюм, а на Боло розовая жилетка с цветочками.
Да, пан Теофас, вот мы и избавились от мухи. Да, пан Болу. Но, может быть, она когда-нибудь поймет, что без учения не бывает умения. Да, что верно, то верно. Вот и вся история про музыкальный магазинчик, который стоял на улице заколдованной розы. А в каком городе эта улица, я вам не скажу. Вы все равно этот город не найдете.